Привет-привет, ребята. Как видите, стройка идет полным ходом. Сейчас я примерно все покажу. Здесь я сейчас в данный момент хочу кое-что сделать. Так, у нас тут, по-моему, не до конца идет, да? Так, сейчас до конца. Чтобы не грохнуться ненароком. Так, так, так. Так, так, так. Я хочу сразу сделать заезд, скажем так. Ну, как, слушай, хорошо, но выделилось сразу вовремя. Так, не-не-не, не тот блок. Вот этот. Я надеюсь, эта вся конструкция сейчас не рухнет. Потому что черт его знает, как она будет держаться. Не, блин, не так. Черт побери. Не то. Так, тут у нас идет как раз вот такой блок. Ну-ка, я дотянусь. Да. А теперь вот такой. Тут, блин, блок не тот выбрал. В общем, я хочу сразу заезд сделать. Потому что, ну, прям вообще не хочется. Я вот не знаю, насколько долго это сейчас будет торчать, штуковина. Поэтому хочется с другой стороны ей навстречу выступить. Заезд для мотоцикла. Не хочется просто разлутываться, где попало. Хочется сразу заехать, да, и сразу разлутаться. Сейчас я чуть-чуть, сейчас намечу вот это вот первое сделаю. Так, у нас... Так, 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 где у нас там такой же блок, наверное, вот этот? Да. Так, так, так. Фиг его знает, честно говоря. Ну вот вроде правильно, да? И, соответственно... Блин. Давайте попробуем этот копировать. Получится? Нет. Да, фокус удался. Так, фокус удался. И, соответственно, теперь надо копировать вот этот. Нет, что-то не то. Фокус не удался. Вот этот. И теперь... По-моему, где-то здесь он. Блин, не видно нифига, где эти блоки лежат. Вот так. Отлично, держится. Ну и, в принципе, в таком же духе можно будет продолжать, да? Сейчас можно даже высчитать, насколько вниз это спускается. Здесь потом сделать... Ну, естественно, здесь придется мостик делать где-нибудь посерединке. Ну, не посерединке, вот здесь. Я хочу его так вниз и потом туда вбок. Вниз и вбок. Единственное, что это нужно, конечно, завершить до 35-го дня. У нас сегодня 33-й, видите, больше половины дня уже прошло. До того, как зомбаки придут. Или, в принципе, придется тогда зомбаков пойти встречать на старое место. Потому что я не знаю, успею я подготовить хоть как-то к приходу. Или не успею. Ну, в принципе, смотри, здесь сколько? Здесь расстояние где-то 7 блоков, по-моему, было, что ли. И оно продержало. Держало на весу практически, ну вот... 7, да, это 6, 5 или 6 блоков на весу держалась конструкция бетоневая. Так что это нормалек получается. Там бы еще что-нибудь как-нибудь... Ну, нормально, ладно. Дальше можно будет вот эту вот прокладывать уже, опираясь, ну, с той стороны, на нее встать. И с нее уже... продолжить. Ну-ка посмотрим. Вот такая конструкция. Ну, как видите, здесь деревянные полы, их потом можно будет перекрасить деревянные, потому что дерево все-таки весит полегче, чем бетон. То есть если бетоновый блок держит массу 120, то вот этих вот деревянных блоков он выдержит целую кучу, по идее. Там стеклянные можно будет поставить. Ну, бетон... Ой, деревянные будут хорошо держаться, я думаю. Должны. Во всяком случае. И сейчас будет самое интересное. Я думаю, вот эту сторону, коли здесь у нас будет
мотоциклетный пролет. Как бы он не стал действительно пролетом, здесь обязательно нужно будет сделать ограждение, потому что вы знаете сами, да, что этот мотик не особо нормально проезжает повороты и не очень хорошо вписывается в поворот, поэтому надо будет здесь как-то все изменить. Ну, естественно, вот эту лестницу потом я уберу, чтобы сюда не это, и решетку поставлю. Вот, здесь у нас будет разлутывательница, скажем так, да, здесь можно будет выкинуть что-то там, привезти. А здесь я сейчас сделаю уголок самоделкина, то есть мастерскую поставлю, и, соответственно, поставлю все столы. Единственное, что, вот вроде, смотрите, да, конструкцию я поставил, блоки держатся, и вроде нормально посерединке. Так что я надеюсь, что те блоки, которые я сейчас буду ставить в виде столов, я их, кстати, еще не взял, блоки в виде столов, они тоже также будут нормально стоять. Я сейчас аккуратненько срублю, чтобы... Можно, конечно, это все дело уронить, но черт его знает, вдруг все посыпется. Вот, 7 days туда я, можно всего ожидать на самом деле. И мы сейчас взглянем на это дело со стороны. Как оно красиво выглядит или некрасиво. И здесь нужно будет еще, кстати, вот с передней части что-нибудь придумывать. Потому что здесь, пока у меня здесь ничего нет. Ну, какой-то балкончик, да, декоративный. И плюс нужно будет сделать так. Так, нам гости. О, как раз, давайте постреляем. Мне нужно, я убил с винтовки 10 зомбаков. И сейчас нужно с Ремингтона задание убить 25. Так. Да как так? Не заряжен оказался. В упор же стреляю. Ты чё? Блин, не пойму я. Вроде в голову попадаю. Здесь 25, наверное, не будет. Тут уже трупики начали разваливаться, зараза. Так, rifles. 23. Отлично. Да что вас, а? Ты посмотри, что творится. Уроды. Дурацкая система, то, что они разламываются, разваливаются. С одной стороны, конечно, хорошо, что их не нужно убирать. Такая система самоочищения происходит. Так. Вообще дурдом какой-то. Почистилось, называется. Так. Починить надо бы это дело. Да что ж ты не попадаешь-то, а? Система вот это вот предупреждения аорт очень удобная. Ночью тоже, кстати. Никто тебя за жопу быстро не укусит. И, в принципе, она дешевая. Почему промазывает? Вот еще, по-моему, трещина. Во, попал. Так. Что нам что-то нужно было взять, по-моему, да? Что я хотел взять? Ага, вот эти штучки я хотел взять. Так, генератор нам пока не нужен. А это весь мусор, который я вчера нашел. Ладно, пускай он здесь пока лежит. Он мне тоже не особо нужен. Решил я заставлять, потому что ночью некоторые пробегают все-таки очень быстро, поэтому лучше блок поставить его. Проще, даже если ты бежишь, да, проще чеки я нажал, снял блок и побежал дальше. Кстати, да. И хотелось бы уже молоточек сделать. Поэтому пойдемте поставим, сделаем мастерскую. Я здесь уже, получается, бесперерывно, вот с того самого дня. Никуда ничего не ездил, хорошо с собой еду взял, вода есть, запасы. Так что нормалек нам пока строим. Без остановки.
Так, давайте-ка витаминку изнем, пускай она нам повышает wellness и все дела. Так, сейчас вот это вот дело надо доразрушить и поставить уже какие-нибудь advanced приборы. Я думаю, для изготовления продвинутых столов и продвинутых инструментов. В принципе, у меня алмазные эти всякие кирки до сих пор никак их я не улучшу, потому что у меня просто нет алмазов. Но, как кто-то писал в комментариях, здесь алмазы можно добывать. Они, бывает, появляются. Какая-то там типа куча есть, я помню, тут рассказывал. Эту кучу раскапываешь, и там алмазики, и все дела. Ну, в принципе, у торговцев, наверное, тоже можно будет купить. Но это не точно, как говорится, да? Я сейчас жалею, что я торговцу. Но у меня, по-моему, все равно не набралось бы. Там на крафт нужно 10 штучек. 10 алмазиков. Я продал, по-моему, торговцу поначалу. Откуда-то из склада, что ли, я достал. Не помню, честно говоря. Или из сейфа. Но продал там, ну, максимум штук 5, наверное. Так что... Я надеюсь, это все вот не обвалится, и будет все у нас хорошо и удобно. Ну вот, такая вот конструкция. Внешне я показал ее, да, или нет? По-моему, показал. Ну ладно, давайте еще пробежимся. Тут главное не попасть мимо мачетку починил. Вот. В принципе, можно нарезать вот так, здесь этаж еще один сделать поперек. И с него уже зомбаков отстреливать. Что сверху действительно не особо удобно. Но это дело наживное. Кстати, Ремингтон. У меня, по-моему, был получше Ремингтон. Да, я могу его ассемблить. То есть я могу его разбирать. По-хорошему бы, конечно, домой сгонять. И взять Ремингтон тот же самый. Нормальный. Было бы неплохо. Что с желтого это стрелять, это только пули зря тратить. Потому что мне и так особо дамага он не дает, наверное, меньше, чем мачете. Сколько тут? 43. Не, ну 43 это неплохо. Мачете, правда, дает 39. Но... В общем, сравнимо. Ну что, ладно. Пофигу, короче, на этот Ремингтон успеем еще. Мне тут даже калашник притащили. Вот ночью орда пробегала. Где он? Вот. Калашник. Ну, не прямой, скажем так, не сразу калашник, да, а эту фальшфейер, который ящик дает. Книжечку, кстати, я, блин, зря потратил очки. Ганс-митинг мне дали за квест, вот, который я... Нужно было винтовку убить сначала 10 зомбаков, да. Это я сейчас квест имею в виду, по-моему, Марксман, да. Вот, за него мне дали вот Kill Any Zombie Using Hunting Rifle. Как раз ночью я это сделал. И получил я вот эту книжечку. Зря я тратил очки. Вот, и здесь сейчас нужно использовать последний. Это вот последний квест из профессии, получается. Все остальные я уже сделал, все профессии. И третий уровень. Я думаю, еще дадут книжку. То есть в итоге я сколько там, последний уровень, по-моему, что-то под 20 или 30 был. Ганс-митинг. Так, ну-ка. Здесь уже не показывается, да? В общем, зря потратил. Пару уровней последних можно было прокачать с помощью книжки. Так, ну что? Я думаю, здесь снизу сделать стекло. Или выше. Ладно, неважно. Это пока у нас будет тогда... Стена. Орлы тут не летают, поэтому, я думаю, орлы нам не страшны. Единственное, что ползунки всякие разные. Ползунки, и они будут забираться по-любому, поэтому нужно будет ограждение делать. Ладно, давайте поставим. Так, woodwalking, это для работ. Так, advanced tool, вот. Advanced tool.
Армор-смитинг и тейлоринг. Тейлоринг это, я так понимаю, у нас всякие там с кожей, там с броней. Ну да, вот close type armor, то есть броню из. Так, как бы поставить так, чтобы и нашим, и вашим. Да, вот сюда можно будет угол ящика как бы ставить. Так, ух ты, какой он цвет странного. Красненький. Так, и давайте сразу армор смитинг. Я хочу себе попробовать сделать крутую бронюшку. Зелененький. Но это, кстати, цветовая дифференциация штанов. Это очень, кстати, очень кстати. Я бы сказал, потому что удобно будет различать. Слушай, у нас есть какие вакбенчи еще есть? Так, Advanced Tool я поставил, правильно? Armor Smithing поставил. Close Tailor, Woodwalking. Ну, в принципе, и все, да. Blueprint мне нафиг, по идее, не нужна, потому что... Да, в принципе, я все, потому что Blueprint-то изучил. Вот. И, на самом деле, идея копирования, она, конечно, может быть актуальна, но не в, не знаю, не в этом режиме игры, когда ты в одиночку особенно играешь. Здесь полно. Ну и, собственно говоря, все равно, даже в мультиплеере, я думаю, там этих рецептов, всякой фигни достаточно будет. В любом случае, то, что зомбаки приносят в своих закромах. Так, давайте пока не буду я вудвокинг ставить и тейлоринг тоже пока не буду. Пока этим обойдемся. Что у нас тут есть? Алмазики, стальная мачете, золотые. Так, ну золото я тоже продавал. Ну, может, даже продал гораздо больше, чем у этого. О, слушай, вот это вот нам и нужно. У меня, кстати, какой-то вот такая вот батарея, как мне сказали, зря купил. Но, в принципе, так оно оказалось, что зря купил. И я это могу делать. Так, HD Nail, клей и пластик. Блин. Блин, у меня материалов нету. Ну ладно, это в принципе не к спешке, да, не к спеху. С другой стороны, я тогда, наверное, сейчас поеду, съезжу на свое старое место. И там надо будет набрать тогда всяких балабасиков, которые здесь прям необходимы уже. Правильно? Правильно. Так, мы сейчас скинем все, что нам не нужно. И с собой смысла нету таскать. Да, молоточек тоже. Та-та-та-та-та-та. У меня, правда, там еще в машине целая куча всякой фигни лежит. Ну да ладно. Так. В машине, говорю. Не в машине же. Сталь улетела, кстати, неплохо. Стали нужно будет еще наварить. Та-да-та-да-там. Та-ра-та-ра-там. Слушай, ну прикольно. А здесь что? Так, это я не умею, то умею. Ой, а тангстен я не... А почему я не умею тангстен? Да, кстати, у меня рецепт валяется зеленый. То ли на ботинке. Я его прочитать не могу. Поэтому я его не стал удалять. Я думал, что я его еще просто не могу прочитать. Потому что, соответственно, у меня требования какие-то не выполнены. Ладно, поехал я домой. Да, в принципе, поедем вместе, прокатимся. Сейчас и посмотрим, что у нас тут за красоты получились. Кстати, блин, пипец тут сколько всякого хлама. Так, это нам нужен. Это можно сразу скрапануть. Ставим. Что, а мне, может быть, и клея хватит, и пластика. Так, пластик, а клей есть? Вот клея нету, да? Но у меня есть кости. Блин, ладно, короче, там разложу уже. Нет, это обратно. По местам. Так, так, так. Там еще можно выкинуть.
Механические части, бумага, порох. Блин. Давайте, короче, ладно, там разберемся. Возьмем самое важное, самое неважное оставим. Так, глянем. Вот такая строечка у нас. Это, конечно, не пирамида, но что-то больше, чем табуретка. Красиво смотрится вот этот съезд, будущее. Ладно, поеду я домой. Кстати, давайте посмотрим, как мы прокатимся. Так, карта. Тара-тара-тарам. Вот так вот, да? Где нам? Туда. Я еще просто не ориентируюсь. Здесь лес густой такой стал. Кстати, спрашивали, говорят. Уже не первый раз спрашивают. Ух ты! Это что за яма? А, я клажи здесь копал. Откуда, говорит, НПЦ здесь? НПС. Добавлял ли их отдельно как-то или они это? Здесь они вместе прям сразу с модом идут. Мод действительно в этом плане хороший. Вот, на самом деле, может быть, мод не особо много чего меняет, да? Это не Starvation. Но он добавляет кучу разных строений. Вот NPC добавляет. Здесь бандиты вроде как есть. И вот это все вкупе, оно прям сильно-сильно геймплей освежает. Очень сильно и очень интересно. Вот у нас сегодня 33-й день, я, в принципе, мне нравится до сих пор играть. И много до сих пор он в предыдущей серии, опять же, какая-то новая, не какое-то, не одно, а несколько новых зданий, опять же, обнаружил, полутал. И я думаю, это еще не предел, потому что у нас в группе скрины кто-то приложил с этого мода. Там есть какой-то красивый китайский город. Прям реально китайский, там пагоды какие-то, вот в этом ключе все сделано так интересно. Так, и нам сейчас надо вот сюда. Это вот туда, да? Окей, поехали. По долинам и по взгорьям. Оказывается-то я уже научился разбирать. И вот этот Ремингтон, я смотрю, и вот Desert Eagle могу сделать. Так, это что за барета? Берета какая-то? Нет, берета я пока не умею. Шотган. В общем, сейчас я этим и займусь тогда. Этот могу? О, я могу еще и сделать... А, подожди, это СМГ. СМГ. Глушитель, правда, какой-то стертый совсем. Это на что, Ремингтон? Да, Ремингтон нам нужен. Так, 8, да? Сейчас мы этим и займемся. Будем так, Магнум. Вот, кстати, Магнум могу. Нет, Магнум пока еще, к сожалению, не могу. Так, прицелы, фонарики. Что-то у меня фонариков тут какая-то прям сумасшедшая куча. Я думаю, нам столько не нужно. Поэтому, я думаю, их можно будет продать. Так, у нас вот это вот для продажи штучка. Так, ну, для начала тогда нужно Ремингтон взять. К нему запчасти, вот эти всякие Desert Eagle, СМГ, все это идет вниз. Так, вот фреймы тоже. Сейчас немножко освобожу ящички, чтобы меньше было перевозить. И, соответственно, жалко Магну, пока не могу еще. Но я думаю, это после очередной... Кстати, стоп. Ремингтон. Вот у меня красненький. Придурочные. Некоторые останавливаются, потом спокойно... Ну, не бегают, в общем. Этому один лаз... Один лаз влупил. Что ж ты будешь делать, а?
Вот я убил его или не убил? Хрен поймешь. Нет, похоже, еще не убил. Падла такая. Сколько дамаг в этой херни? 54, обалдеть. Это я ему по нему три раза уже попал. С удвоенным и с утроенным дамагом даже. Он без рук вообще, ему все руки подстреливал. Носится. Ладно. Нужно еще убить 10, короче, зомбаков. Блин, не видно ни хрена. На каком расстоянии, интересно, он меня заметит? Он меня не заметит, да? Удвоенный дамаг дадим. Так, 17 из 25. Какая у него красивая курточка. Это ночная охота. Что-то... Что это там был за всплеск огня? А, вон. Там NPC стреляет по кому-то. Даже два NPC. Да, ну что, зомбачки шустренькие. В кого вы стреляете? А, вон. Он вас не видит, да? Тут главное в бошку попасть. А то он начнет носиться опять. Ну еще 6 штук, блин, где бы их найти? Так, где-то тут кто-то есть. Но какие-то непрокачанные, судя по всему, NPC. Если... не завалили, слушай. Вот так вот. Завалили нашего. Что-то одно разочарование. Все, что делал ночью в пустыне. Так, надо перезарядиться. Ночью в пустыне. Один на один с зомбаками. Так, это NPC-шка, да? Да. Сколько еще? 4 еще зомбачка. Ну, давайте, короче, добьем. Уже добьем. Квестик. 4 зомбачков, я думаю, мы сейчас найдем. Должны найти. Мертвый город. Ночью тишина. ПНВ, конечно, хорошая штука. Так, раз, два зомбака, да? Блин, тут мины. Какого хрена ты такой офигевший? Так, так, так. Ни хрена тут. Круто. А на звук убежал. Так, давайте удвоенный. Он не убился, слушай, ни хрена себе. О, спиртецкий. Блин, меня... А, черт! Черт, 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 черт. Кровотечение. Как-то я так не посмотрел. Ну, вот это вот последняя будет. Зомбачка. Так, меня заразили. И что-то, по-моему, мне сломано. Если не ошибаюсь, какая-то фигня нарисована непонятная. Резкие зомбачки. Ладно, пойдемте, уже ноль. Нужно еще кучу винтовок пересобирать, улучшить.
уменьшив таким образом энтропию в нашем инвентаре. Так, это я тоже заберу на переплавку. Кстати, там же плавится у меня. Так, давайте это тоже переплавим, чтобы по 20 раз не таскать, да? Кстати, что-то я не посмотрел. Давайте заражение вылечим, да? Что нам дали за выполнение квеста? Заражение я не вылечил, потому что у меня что-то какое-то заражение вообще стрёмное. Второго уровня сразу, да? Ну ладно. А раз так, вот мы антибиотики сожрём. Все. Что нам дали? Нам дали книжку. Вот, как я и говорил, Guns Meeting. То есть я потратил два раза очки зря. Где-то, наверное, порядка 50, по-моему, там, наверное, предпоследние 20, и последние где-то около 30, наверное, да? Вот такие вот пироги с котятами. Жалко, жалко, жалко. Так, это мы сейчас сюда сразу скинем ненужное. Спиртец мне дали. Так, и Ремингтон у меня был, по-моему, да? Что еще дали тут интересного? По-моему, дали только вот ящик. Сейчас мы этот ящик вскроем. И посмотрим, что там. Ничего себе. Так, сразу, чтобы было видно, что нам дали, что было. Ремки 25 штук. А, ремки мне, кстати, дали еще, наверное, 25 штук тоже, потому что 27, наверное, 2 было. Печку Weaponsmithing Station. Ух ты, отлично. Слушай, для патронов сдали все. Дали шотган слаги. В общем, такой набор для того, чтобы крафтить патроны и вооружаться, в общем. Я что-то и забыл, что здесь печка есть специально отдельно для того, чтобы делать оружие. Это отлично. Тоже надо будет ее поставить. Глядите, какая приблуда, оказывается, здесь есть. Смотрите. Так, это, кстати, надо тоже разобрать еще. Смотрите, собираем, да, ассембл. Просто Ремингтон. Скопы, то есть с прицелом оптическим, с расширенным магазином. С расширенным магазином и с прицелом снайперским. Вот что значит его можно апгрейдить. Я так понимаю, и с ФАМАСом, наверное, такая же ерунда, да? Но я пока могу только делать такой. Честно говоря, еще пока не знаю, каким образом это дело исследуется там или как оно появляется. Ну, кстати, давайте отсюда вытащим вот этот вот цевьё или что это такое. И его заапгрейдим заодно, да? Так. Это прикольно. Это вообще более чем прикольно, я бы сказал. Так, Ремингтон. Гля, сколько этих репейр-китов я понаходил. Ни одного еще не сделал. Все, что вот это, все, что видите, это нашел. Так, что-то хантинг райфлов, наверное, перебор. Давайте вот, наверное, вот этот вот заберем. Самый квелый. Здесь у нас патроны есть? Нету. И сюда его тоже на продажу. Ну, продажу здесь пипец как много. Слушай, блин, 2.43. Я только с Ремингтоном закончил. А впереди еще пистолеты и всякая ерунда. Кто это у нас там такой? О, толпа. Давайте их перемочим. Да. Ох ты ж, падла. Да что ж того не так? Так, быстренько, да? Мачеткой-то золотой. Кого он тут так валил долго? Не поймешь. Ну ладно. Внезапно прервали. Сейчас складываю. Честно говоря, с одной стороны, хочется все
ну, много перевезти, да. С другой стороны, блин, не хочется таскать целую кучу мусора. Его же надо куда-то выкладывать. Так, так, так. Это я только что прибарахлил, да? Так, нафиг эти красные труселя. И вот эту вот накидку. Так, HD Gun Battery. Или как он там? Nail Gun Battery. Сюда тоже. Да, блин. Так, здесь у нас что печется? Здесь у нас всякая ерунда печется. Вот тебе еще металла. Немножко. Так, это мы сейчас на переработку. Здесь, я не знаю, мне в принципе пока ни бензопила, ничего не нужно. Здесь с ресурсами на самом деле как бы очень даже все неплохо, когда тебе дают алмазную кирку. Оно как-то нормалек становится. Так, топливо пока тоже не надо. Здесь тоже ничего. Это на продажу. Ну, да, можно что-нибудь взять с собой на продажу. Завести здесь. Я, видите, почистил. Почистил. И, в принципе, вот эти вот штуки оружейные можно было бы и взять. Только не верхнюю часть, а нижнюю. Стрел наделать, да? Ну, стрелы, ладно. Хотя и стрелы тоже нужны. Стрелы, потом патроны. Вот патроны бы. Давайте возьмем всякие разные патроны, чтобы лишний раз потом сюда не ездить. Так вот, и стрелы, наверное, нужно переработать будет. Они точно не нужны. Так, это тоже я не буду стрелять. Это какие-то зажигательные, что ли. Так, порох. Так, и вот это мы возьмем. Не-не-не. Да, тангстен. Не, тангстен тоже, ладно, возьмем. Стальные все возьмем, надо потратить их. Стальные все-таки, они должны быть неплохие. Поэтому пускай. Так, с оружием. Фомасик 591 есть. Из него, кстати, да, тоже вот как и Ремингтон, его можно сделать там Silenced. А, ну, здесь два варианта. Silenced или просто Фомас. И опять же, я его тоже не могу делать. Из оружия. Что же мне из оружия это сделать? Ну, у меня патронов-то не особо. Каких патронов наделать? Чего у нас здесь больше? 55? Ну, да, все. Выбор однозначный. И здесь вот у нас, вот, по-моему, где? Нигде, нигде. Не. Вот такие патрошки. 32 миллиметра. И вот их и нужно будет наделать. Кстати, вот это еще Desert Eagle. 39. Блин, ну неплохой дамаг. Нужно посмотреть, как он работает. Так, и это мы тоже возьмем. Так, ну и репейр китов можно взять. Сразу всем, да? Снайперскую? Скажи. Взять снайперскую или не взять? По-моему, разбирать я не могу их, да. Поэтому они лежат все еще в собранном состоянии. Покоцано, но они дамаг все равно высокие. Возьму на всякий случай. Так, печки я притушу, наверное. Здесь, в принципе, уже... Я думаю, может быть, и глины уже нормалек. Ну-ка. Блин, глина не то, что нормалек, глина тут просто перебор. Сейчас надо глину выводить. Черт побери. Так, глина, глина, глина. Где она у нас? Поставить тоже. Пускай выводится. Ну, в принципе, и все. Iron Brass. Так, Brass. Хорошо, здесь очередь огромная. Tungsten немножко. Iron. Все, подчистую. Пускай фигачит. Но здесь, в принципе, недолго. Сколько выведется, столько выведется. Здесь песок у нас. Ой, не песок, этот цемент делается. Здесь тоже все делается. Новые. Новая порция. 5000, даже больше. Ну, в принципе, наверное, и все, ребята. Че, поеду-ка я, наверное, обратно. И там уже... Кстати, да, вот это вот взять нужно. То, что я не взял. И аптечки я возьму однозначно. И бинтики можно прихватить с собой. Так, все остальное, в принципе, ну вот витаминчики можно вообще просто выпить. Поехали. А вот наш новый home, да, sweet home. Новый дом.
Что-то я даже уже и забыл, зачем ездил. Хотел что-то взять, по-моему, какие-то краски для чего-то, какого-то крафта. Так, вот эти штуки нам нужны будут в первую очередь. Да, вот эти краски какие-то. Вот это, кстати, поставим, да? Блупринт, я не знаю, кстати, пускай валяется, пока здесь нафиг не нужен пока блупринт этот. Так, вот краски тоже какие-то. Ну, сейчас посмотрим, для чего там надо было. Что-то я хотел скрафтить на этих великолепных штучках. Так. Ух ты, смотри, дубинка, танцинг клаб я могу сделать. Отлично. Так, вот, кстати, молоточек. Стальной. А никакого больше нету? Это самый высший пилотаж, да? Да. Ну ладно, я думал, может быть, тангстон есть, хаммер. Ладно. Все, я вспомнил, что я хотел сделать. Я хотел сделать для Найлгана. Так, вот. Гля, да я и могу сделать. Так, сейчас мы эту сделаем штучку. У меня где-то была батарея. А, я ее оставил, наверное, в этом машине. Сейчас пойду заберу. Батарея для Найлгана. Блин, а что такое позорное? Я, по-моему... Наверное, у меня наука какая-нибудь недокачана или еще что-нибудь, да? Скорее всего, поэтому зеленая. Но HD, я думаю, оно должно, в принципе, неплохо быть. Да, толсмитинг у меня еще не докачан. Но тут, наверное, не толсмитинг. Толсмитинг там все равно под завязку. Тут, наверное, какой-нибудь сайенс. Давайте сайенс качнем и посмотрим. Вот на единичку, да? Я 300-й сделал. Так, давайте... 300-й нам нужно что? Ладно, посмотрим сейчас, что нам надо. Блин. Ящики надо, короче, делать. Ящики, чтобы все это дело раскладывать. Тут просто пипец, как вы видите, да? Всего-всего. Кстати, ну-ка, запихнем себе немножко мяса. Потрошки поскидываю я. А, уже все. Блин, места уже нет. Так, ладно. Нейлганчик. И надо вот эту конструкцию доделать, чтобы можно было нормально разлутываться, а не здесь не бегать. И чтобы лесенку убрать. Так, да, вот она батарея. Батарея. Черт его знает, что еще нужно там. Клей нужен был. По-моему, да? Пластик нужен был и клей. А клей где? Вот клей. Окей. Красавчик, как я в бок прыгнул-то. Твою ж налево. Падла. Зацепились. Хотел сказать орешками, но вспомнил, что у меня персонаж-то женский. Так, у нас есть вот это. Что нам нужно там еще? Интересно, какой будет дамаг вот этого этих штук? Тангстен. По идее-то я могу их делать фиолетовыми. А что оно красное стало? Может, у меня там какое-нибудь кровотечение? Кьюрит. Что-то я излечиваю, в общем. Ладно, пускай излечивает. Так. Короче, какой-то дамкрат нужен. И вот эта вот штука, да? Окей. Вот этот вот... Вот, наверное, вот этот он, да? Для него нужно Forged Iron. Forged Iron. Стоп. Сейчас буду по 20 раз бегать. Forged Iron. Слушай, а почему у меня его здесь нету? Кстати, печку давайте поставим сразу. Печку. Сюда я поставлю, наверное, да? Пускай. О, фиолетовенько. Так, здесь можно блейды делать вообще отлично, слушай. Ну, в принципе, у меня с ними проблем нет, у них целая куча тоже. Ох, ничего себе, здесь можно все. По идее, здесь должна быть не печка, да, ребята? Как вы думаете? Здесь должен быть какой-нибудь фрезерный станок, по-хорошему-то, да? С печки ты что выплывешь? HD Auger Blade, окей. Но здесь просто огромное количество. Тут, похоже, все оружие.
То есть, по идее, да, здесь, ну, что-то как-то получается easy mode такой на самом деле. Даже, ну, вот на 30-й день, да, 34-й день сейчас, я уже все могу сделать, по идее. Так, вот это я могу сделать. Так, мне 300-й осталось, слушай. Интересно. Значит, это не наука. Так, мне нужен еще Forge Tyrant. Замечательно. Почему у меня одна штука всего лишь? Короче, здесь, похоже, придется печку ставить. Печку. Так, камень. Трубы я взял. Трубы, камень. Что там еще нужно? Так, белоус, кожа. Кожа-то есть точно. Сейчас пойду камней нарублю. В общем, ребята, будем обустраиваться на новом месте. Так, белоус. И даже две сделаю. Хотя, по идее, там, может быть, старые можно будет снять. Сейчас немножко подрубим металла, чтобы далеко не бегать за Forge Tyrant, не ездить заново. Сейчас я его подрублю и буду немножко обустраиваться. И, соответственно, хочу еще успеть сделать съезд, въезд, все вот эти вот дела. Но об этом, я думаю, мы посмотрим уже в следующей серии. А вы оставляйте комментарии, ставьте лайки. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. И всем удачи, ребята. Всем пока. Пока-пока.